И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в редактор Far Cry 5 уничтожение домов номер 7. И мы начинаем. Это штурма. В снаряжении у меня есть P226 пистолета, и у него есть глушитель. У нас есть кошка, и мы начинаем. Но перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь на канал. Прямо сейчас вот сверните видосик и сделайте то, что я сказал. И мы начинаем. Штурм. Так. Так. Охота за головами. Значит, у нас одна цель, получается, да? Так. Да, одна цель. Нам нужно сделать так, чтобы нас не заметили. Здесь как ночь такая вот прикольная, тоже ночь. И надо здесь вам карту показать. Ждем пока что. Так, а как залезть? А, вот, сразу можно. Давайте. Кошка. Так, а как залезть? Как залезть, ребят? Не понял. Объясните мне. Блин, а, вот она. Где она была только что? Во! Погнали! Так, видимо, мы забираемся на крышу здания. Мы какой-то... теперь у нас какая-то миссия. Так, что такое? Фонарик? Фонарик — это круто. Еще одна кошка. Вообще прекрасно. Так, тихо. Так, еще один фонарик. Вообще классно. Так. Нет, не получилось. Ладно, давайте еще раз. Да, получилось. Так, тихо. Сколько у меня патронов есть? Патроны есть. Так. Так, давайте бронебойные возьмем. Вот он. Это враг. Он один? Ладно, а тут нет никого. Еще один фонарик. Светло. Достаточно таки. Там никого нет, случайно? Че, куда? Сюда? Блин, уже запалят меня сейчас. Твою мать. Черт. Тихо, тихо, тихо. Один. А, понятно, меня заметили, ладно. Так не надо делать. Так, ладно. Так, погнали. Так, значит, так, кошка. Так. 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 Так, тихо. Так. Так. Окей. Это бы мы сделали. Так, берем патроны. Так, там точно никого нету. Как они меня запалили-то? У меня есть одна идея. Возможно, она будет тупая. Ну, ладно, ну да ладно. Ну ладно, не получилось. Ладно, давайте еще раз. Сейчас должно получиться, потому что я кое-что сейчас придумал. Давайте, сделаем это. Что если просто пошуметь? Пошумим! Давайте. Так, залезаем. Да, тут не важно вообще залезать куда-то. Ну хотя да ладно. Так. Сколько там? У меня палит, как у меня палит там? Давайте пошумим. Тихо. Чел какой-то. Я пойду вы. Так. 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 Тихо, там уже кто-то бегает. Твою мать. Забегали, смотрите. Тихо, 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 тихо. А где он там сидит-то?
Откуда меня палят-то? А, там какой-то босс сидит. Ясно. Давай, давай, давай! Я за тобой! Тихо. Займу точку повыше! Понял! Так, тихо. Только выйди. И вовсе следит за тобой. Цель я нашел, но цель меня заметила. И тем самым я проиграл. Надо сделать так, чтобы меня было незаметно, потому что они сразу... у них тревога, и, в общем... Нужно не дать тревогу сделать. Так. Блин, а как залезть-то? Блин. Что-то так сделали неправильно. Вот. Это где я только что? Вот. Ну. Пожалуйста. Вот. Все. Погнали. Так, я нашел цель. Цель меня запалила, я проиграл. Но на этот раз давайте я попробую это сделать. Давайте. Мне должно получиться. Так. Так. Ого, там их уже двое. А, ну да, они же умные теперь стали. Ладно. Они же теперь умные. Они же теперь все мои точки знают, куда я хожу. И теперь на этом месте их двое. Да, вообще прекрасно, прикольно. Так, а интересно, что будет, если я просто пройду туда? А хотя, блин, зачем я хожу? Так, если я мог сразу там быть. Ладно. Тут они как-то забрались, непонятно как. Так, а можно как-нибудь тихо? Нет, нельзя тихо. Ну да ладно. Надеюсь, меня не запалили. Нет, не запалили. Твою мать, почему так... А, ну, лестница вообще, по идее. Вообще, нет, я бы не советовал туда спрыгивать, как-то очень палевно, наверное, будет. Ну да ладно. Тише, 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 тише. Отсюда я по-любому не попаду, так что нет, я сюда даже пробовать не буду. Хотя нет, давайте попробую. Или нет, нет, не буду. Если меня не запалили сейчас, то будет все хорошо. А меня запалят сейчас. Запалили сразу. Так, ну зато теперь я знаю, как можно пробраться. Да ладно. Так, а что, других ходов нету, нет? Ладно. Достаточно такие сложные миссии. Ну, вообще, здесь не просто надо ходить, мочить всех. То есть, теперь миссии нужно думать. Над каждой миссией надо подумать теперь. Как действовать вообще. Так. Выделяем врагов. Он один. Ладно. А, ну, да, да, точно. Так. Так, здесь патроны берем. Здесь я спрыгивал четко и без шума. А уже там, я не знаю, или из-за того, что я попался, или я не знаю из-за чего. Давайте еще раз попробуем. Вряд ли это из-за того, что у меня не получилось. Давайте я еще раз попробую. Так как здесь вниз по-другому не спуститься, по-моему. А, нет, спуститься. Тоже можно было как-то через камеры еще. То есть здесь сразу несколько есть таких фигней, через которые можно спустить. Вот. Оно. Спрыгиваем сюда. Блин, блин, нафиг ты палишься? Так, тихо. Оп. Так. Можно кошку использовать? Да ладно. Ладно, тихо. Если он один, то все прекрасно, тихо. Все, готов. Твою мать. Я пойду выше. Тихо. Не падай, не падай, не падай. Твою мать. Убейте, ублюдка! Блин, меня запалили. Странно. Странно. Ну да ладно. Видимо, они ходят все толпой, чтобы их поодиночке не поубивали. Но вообще это умно. Я не знаю, как это, если бы я прошел с первого раза, возможно, они бы так не делали, потому что они умные. Тут сразу пишется то, что они умные стали, и поэтому они ходят теперь толпой. Чтобы если одного убили, тот запалил, и, в общем, миссия закончилась. Поэтому надо какую-то иметь тактику, через которую можно будет пройти. Нужно что-то придумать. Я не знаю, сколько это будет прохождение. Так. Так.
Он один. Прекрасно. Что если я пробегу? Нет, нифига. Ему вообще походу насрать. В данный момент ему вообще насрать. Смотрите, я прыгаю. Не, ну если я туда подтягиваться буду, это, конечно, уже будет палевно. Так, у меня здесь есть в камере. Получается, в камере. Залезаем в камеру. И спрыгиваем с камеры. Так. Лезем дальше. Так, как я знаю, выходит сразу несколько человек. Поэтому я не знаю, как сделать. Но давайте я попробую все же. Я сейчас не знаю, как это будет происходить. Как я не попал-то вообще? Ни одной пули. Да это нереально просто. Обычные верные враги. Я не знаю. Это никакие не пулеметчики. Это обычные верные. Нужно убить цель. Блин, это же изи вообще, изи. Но почему-то я не могу пройти. Это странно. Сюда-то я забрался. Фонарики, ладно. Фонарик, видать, это пофиг как-то на них. Мне нужно убить врагов. А как их сделать, я не знаю. Так. У меня есть одна идея. Что будет, если я пробегусь? Так, ему похрену пока что. Так, твою мать. Тихо. Так. Тихо. Так. Что, если я сделаю... Если я на кошке сделаю тогда? Кошку, если... А, да. Ну, в принципе, можно так сделать. Тихо, 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 тихо. Тихо. Что будет, если я так сделаю? Или... Тихо, 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 тихо. Прикройте, пока лезу. Ясно! Откуда меня запалили-то? Вашу мать. Врата и демон навсегда. Ладно. Что если оббежать здание? Я просто не знаю, что будет, если оббежать здание. А, здесь дверь. Да ладно. Она открывается? Она открывается! А что здесь такое? Что такое? Куда-то вошел. Какая-то хрень. Тихо, тихо. Тут даже несколько можно. Несколько разных, да ладно. А чё, куда можно? Допустим, ладно, схожу сюда, гуляемся. И чё? Закрыто? Я не знаю. Я уже зашел именно туда. Тоже закрыто. Эту дверь я вообще проверять не буду даже. Это все понятно. А! Я не знаю, как я сюда попал вообще. Ну да ладно. Это везде какой-то выход. Да, это какой-то выход, по-моему. Тихо. Тихо. Так. Второй. Зачем он сюда пришел? Что он творит? Я наверх! Прикрой! Тихо. Давай! Спокойно. Автомат не буду брать. Я убил двоих. Не знаю, что еще будет. Тихо. Не хочу вылезать, не хочу. Убил! Какой урод тратит пули? Тихо. Надеюсь, они сюда не попрутся. Че, все?
И это все? В смысле, надо как забраться вообще? Враг рядом! Оцепить тут все, гляди! Вроде я его видел! Что они там делают-то? Давайте посмотрим. Не знаю, что они там делают. Похрен. Поднимаюсь! Прикройте! Куда они там ходят? Ладно, пошли посмотрим, что за хрень. Так, ну, в принципе. И все? В смысле? И вот так только убежать? Да это ж изи вообще, смотрите. Все. Это изи, ребят, это просто изи. У меня еще патронов осталось. Это просто изи, смотрите. Все, мы прошли. Вот. Вся карта. И всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.